Понедельник, 29 мая. Вот как легко я посмотрел повлиять на людей. Вот стояли две девушки с коляской здесь вот. И вот эта хрень, вот этот я просто сейчас начал снимать, он третий круг едет. Третий. Так он тут по 5, по 6 уже начал наворачивать. Кому-то это очень выгодно. И вот посмотрите, что он что-то, как вот он пылесосит это все. Щетки эти крутит. Ничего не происходит, вон просто ничего не происходит. Вон грязь вот эта, срач. Что-то прокрутил, закрутил, блядь. Дяденька, будешь ты засвечен со своей техникой. Раз, что-то там поправил. Так вот, он третий круг наматывает. Вот это все разогнал в сторону вот, чуть-чуть. У нас так дворник метлой может разогнать. Вот эти всякие ошметки, соцветий. Просто ни о чем. Вот, посмотрите. За несколько лет асфальт просто от трактора и вот от этой фигни. Эта фигня стала ездить позже чуть-чуть. Она ездила так прокатила, а сейчас она актуальна стала. Вон, дырки кругом. Просто. Вот так вот. Такие дела. Второй раз в соседний двор поехал. Там тупиковая ситуация. Он доезжает до определенного места, разворачивается и едет обратно. И вот кто придумал вот это ГЛОНАССные точки, то как ГЛОНАСС гласит ему, этот маршрутизатор, я не знаю, что там у него стоит. Он раз то тупит, то что-то разворачивается. И опять вот кто ему дает эти указания? Владимир Владимирович наш или кто? Вот что такое опять? Он раз в обратную сторону едет. Третий, он что, сам совсем что ли больной, блин, какой-то? Что не понимает, что ни о чем он ездит. Вот. Вот эту фигню, которую он смел, вот она все. Вот. Зачем вот это? Что они? Они что хотят? До дыр протереть, потом асфальт ему положить. Вообще пипец, блин. Просто и он заходит туда-сюда, что-то мотает, и у него там точки какие-то. Он ссылается, что у него ГЛОНАСС стоит, и все, он там его контролирует, маршрутизация это. Люди разбегаются в стороны пропуска. Я нафиг, нифига. Встану прям поперек, блин, ему скажу, почему там. Он один раз вышел, ну не из этого, трактор там ездил. Мужик там на него зарепенился, он с этим, монтировку такой достал такой с окна из трактора этого. Типа я сейчас тебе, ничего себе такие, блядь, наглые. Вообще жесть. Ну чё, это третий был уже, четвертый даже, не третий. Все, давай еще. Сколько ты будешь там? 6, 7 уже. Что-то пошли на рекорд. Было 3 обычно. Да, и вот эта фигня, кстати, одно время не ездила. Просто трактор здесь неудобно разъехаться. И вот она опять крутит. Чё крутит? Непонятно, чё крутит. Включи, блин, свой багажник пылесосный. Ну просто вот ни о чем смотрите. Как он проехал, так вот. Даже та ветка вот он валяется за деревом. Вон, где он там крутил своими этими кругляшками, он так же и валяется. У меня ни слов. Делайте эту технику для скверов, тротуаров каких-то там, но никак не здесь. Она это вообще не котируется просто. Ну извините, ребята с префектуры, там, я не знаю, кто этим занимается, но вы совсем уже что-то прям пипец. Заморочились с ГЛОНАССом этим. Ну что вот это? Что вот такое? Он просто прокатал моточасы и уехал. Ему надо, а вот мне объяснит, а ему надо вот столько-то проездить там что-то, ему надо вот это. Это не ему надо, это вам надо, блин, которые сидите на своих должностях и протираете свои табуретки, блин, там. Ну вот, опять же, 29 мая, прошел примерно час после обката вот этого ботхера, вот этот CityCat, который. И за ним вот он только вымыл что-то там, вычистил, и то ничего не вычистил. За ним вот это едет опять. Они что-то там разбрелись, что ли, я не пойму. То один ездил, то теперь CityCat этот начал ездить. Теперь вот и опять это. Вот зачем он тогда это все чистил, я не понимаю, чтобы этот потом пролил. И вот это опять вот этот вот гадость вся эта. Вон. Здесь вот. Смыл. Это прочистил что-то. Короче, до дыр хотят асфальта. Мой до дыр называется.
Я просто обратил внимание, это CityCat дорогущий. Он пылит только, и нифига он пылит, он никак не сметает, ничего. Проще было бы просто дворник вот смел бы это все в стороны, а этот он прибил бы к бордюру, все это собралось. Это дешевле и выгоднее примерно так делать. Вы что, ребята, там вообще в префектуре думаете, что вы тут показываете нанотехнологии свои какие-то? Зачем это надо? Просто вот, вы сами еще не врубаетесь, что это просто бред. Идиотизм, блин, полнейший. Вот зачем? Ветер, все пыль это размело, и этот едет, поливает. Через час, через два. После него стало так быть. Так не было. Он либо он ездил, тот вообще не ездил. Или вдвоем они путаются вот. Потому что с ГЛОНАСС вот этот вот, регламент ваш. Закройте вы этот регламент, делайте по-человечески. Мы живем в нормальной стране, в принципе-то. Можете нормально сделать? Чтобы было комфортно всем. Чтобы люди не бегали от этой техники в сторону. Не, как бы, ой, мол, плевает. Все боятся уже вас. Ребята, сделайте нормально. Чтобы было по-человечески. Мы живем в стране нормально. Можно сделать хорошо. В принципе. Ну что это такое? Вот он за 2-3 года он промыл дырки, блин, на асфальте. Вот. Весь асфальт просто. Вы что, хотите, чтобы Собяшко вам там помог, блин? Поможет он вам, конечно, он поможет. Что на вашу сторону-то все.